Здравствуйте, друзья! Это ничего не глюк. На канале случилась такая, не скажу, что беда, сложность, трудность, задача. В общем, страйк это называется в Ютубе. Те, кто очень сильно торопится и в курсе, что это за мастер-класс, Phil X and the Drills, сразу в описании ныряйте, там ссылочка на Google Диск с видосиком с последней серии. Я хочу разрекламировать немножко этот мастер-класс для тех из вас, друзья, кто не любит вообще рок и терпеть его не может. В комментариях спрашивали по поводу, будут ли переводы, посвященные как раз вдохновению, вот такому внутреннему, моральному, духовному какому-то настроению в отношении музыки. Вот, этот мастер-класс, он в первую очередь, на что я обратил внимание, он не про рок-музыку, он про то, как надо работать в студии перед микрофонами и не терять вот этот вот запал. Там они это делают, естественно, в команде. Репер вместе с одним звукорежиссером, то есть вас двое, вы уже команда. Этот мастер-класс отлично показывает о том, как можно работать в команде и с помощью этого поднимать уровень того, что вы делаете. То есть одна голова хорошо, а две лучше. Там так явно видно, что они лажают, а вокалист очень плохо поет. С этим работают, и это не оказывает негатива, никакого плохого влияния на конечный результат. В-третьих, когда они это все прослушивают, добавляют, исправляют, какие-то новые приходят им тут же идеи, они это все дописывают. Это очень круто. Надо просто увидеть этот огонь в глазах у этих старых дедов-пердунов. Они именно в натуре пердуны. Этим ребятам не по 20 лет, но вы посмотрите, как они жгут. Счастливы от того, что они делают, и мне кажется, этот мастер-класс как раз вот в этом пункте выходит за пределы вообще работы с музыкой, работы со звуком. Я думаю, что ты, если там посмотрел пару, тройку, пять, десяток роликов, ты понимаешь, о чем вообще, какова мораль всей басни под названием No Show. Тут как бы мало технических вот таких вот хитростей, они есть, но тут больше вот как бы упражнений для души, так скажем, музыканта и звукорежиссера. Ну, звукорежиссер тоже музыкант по-своему. На душе просто именно песня. Песня, как у Phil X and the Drills. В общем, давайте, в описании на Google Диск, не бойтесь вирусов, видео в файле нет. Если не нравится Web3M формат, просто он очень сжатый и мало занимает места, обязательно напишите в комментарии. Ну, не могу там, допустим, смотреть, у меня там старый смартфон или компьютер не тянет, нету кодеков. Если это будет много жалоб, тогда я пережму просто в обычный какой-то там MOV MP4. Все. Салют, это шоу-бит во всей своей красе.